Это... У меня дар речи пропал. Я просто охреневаю, Нейт. Говоришь, дар речи пропал? Как думаешь, сколько они все это строили? Годы. Десятилетия. Как им удалось сохранить все в тайне? Еще можно прочесть. Сэр, смотри, пиратский кодекс поведения. Я думал, тут вся соль в том, что правил нет. Правила были даже у пиратов. Заперто. Конечно. Кости лошадей. Привязанные. Словно их бросили. Почему? Не знаю. Может, люди спешили? Или их увели силой. А, что-то здесь нечисто. А что ты думаешь, тут произошло? Похоже, мы нашли местную таверну. Пираты всегда пираты. Хороший вид. Выпьем. Да, выпьем. Что тут хорошего? В колонии? Ну да. Кладешь свои кровные в общий котел с этими проходимцами. И что потом? Ну, расслабляешься. Тихая гавань. Крепкий грог. Неплохая жизнь. Да, наверное. Но каждый день видеть статуи Эвери. А ты не задумывался, что было бы, если бы мы жили иначе? Раскрутили бы твое шоу с фокусами? Вот да, неплохая идея. Я был... По-моему, ты себе льстишь. Ну, тебе просто завидно. Ну да. Ты завистник. Я в смысле, как бы мы могли сейчас жить, если бы вообще не стали гоняться за сокровищами всяких мертвецов. Ты думаешь, наша жизнь могла быть, ну, нормальной? Нормальной. То есть, все мило собираются за столом на День Благодарения, показывают фотки детишек. Так, что ли? Нет, спасибо. Не по мне. Мне и так хорошо. Ага, я это уже слышал. Брось. Нам с тобой повезло. Это везение? Да. Ну, то есть, я, конечно, отсидел 15 лет, так что все относительно.
Ну да, тут ты прав. Всяко лучше, чем тюрьма. Ну, моя кружка пуста. Должен сказать, сервис тут ни к черту. Капитан Эвери, давненько мы вас не видели. Что это за символ? Я видел пару таких, когда искал тебя. Так кто тут ставит метки? Это чья-то печать? Нет, я такой не знаю. Может, захватчики? Наверняка у этих людей были враги. Враги. Боже, тюрьма нужна даже в пиратской утопии. Представляешь, кого туда сажали? Как-то это лицемерно. Тюрьма у пиратов. Ну, в любой компании найдутся мерзавцы. Сюда, за мной. Эй, Сэм, сюда. Здесь что-то есть. Я сейчас. Похоже на убежище. Да, но от кого они прятались? От самих себя? Смотри. Похоже на схему торгового квартала. И... вот. Вот наше сокровище. В этой башне. Что они задумали? Огромная церковь. А вот как мы выберемся. Там внизу виден свет. Охренеть. Эй! Тут тоже колония. Не заметили. Не высовывайся. Хотел сказать тебе то же самое. Да, да.
Там что-то было. Они здесь! Как ты его лихо! Это не последний бой. Они ищут нас или сокровища? Сокровища. И нас. Снова наемники. Похоже, Толстосум был прав. Супер! Наконец-то сорвем куш! Эй, они! Молодчина, Нейк! Или это все? Это все. Ты как? Давай, Сэм! Эта штука прочная? Не прочнее всего остального. Ясно. Значит, нет. Ладно, ладно. Иду. Thank you.
наши друзья. Ты можешь опрокинуть все здание. А вы занимались таким раньше? Нет. Свергали пару людей. Грабили деревню. Но такое первый раз. Погоди, это мне точно не послышалось. Ну и хорошо. Скоро будут на месте. Ладно, не расслабляйтесь. Посторожим тут, пока босс не появится. Эй! Что за... Вот они! Нас заметили! Идешь куда-то? Сними кинематографа! Отлично! Сюда! Ну, готов? Готов! Сейчас! Давай! Спасибо!
Осторожно, тут высоко. Да, я вижу. Так. О, черт! Осторожнее вначале. Обалдеть. Да. Там проблема с лестницей. Справимся. Вперед. Как там у тебя дела? Роскошный вид. Почти у цели. Верь мне и делай, что говорю. Вроде того. Теперь мы точно в богатом районе. Но это не жилые дома. Думаешь, тут были их органы власти? Пожалуй. Градостроительный комитет Либерталей. Да. Может, и налоги были? Как знать. Тут ничего. И тут не пройти. Ты только посмотри, из чего построено. На это наверняка ушли годы. Учитывая, сколько у них было денег. Ага, а ответственности ноль. Впрочем, как и скромности. Да. Ну, вкус за деньги не купишь. Господи. Пушки, баррикады. Что произошло? Вопрос риторический. Но вот кто с кем сражался? И почему? Ого, впечатляет. Это мягко говоря. Пусто. Ну, конечно. Думаешь, это рейв? Нет. Тут много веков никого не было. Да. Ну,
Ищем зацепки? Да. А куда деваться?